Сегодня воскресенье. Бачимо, що йдуть наші побратими, наші сотні, які також приєднуються до України, які поклали своє життя. Український народ буде славити, будемо називати їхніми прізвищами наші вулиці і площі. Так треба, про них мають знати. Це наші новітні герої, які дають нам імпульс до того, що ми цю банду ціною життя на превеликий жаль, але все одно скинемо рано чи пізно. Героям, які поклали життя за Україну, слава! 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 Дайте, будь ласка, коридор. Друку! Освободили украинский дом от войск Захарченко. Говорят, мусор, грязь, экспонаты, витрины выломаны после них. Люди идут на Грушевского. Сегодня воскресенье, очень много народу. Yeah.
Здорово! Здорово, наши хлопцы! Тільки ти йому дав руку, все, біжи за ним. В смысле глушилки? Ну, там стоит же строительский НСВ. В гостинице Киев. Отдел стоит там, засекреченная этой связью, как раз возле Думы. Вот. И они контролируют вот весь Крещатик, весь квартал. Ага. То есть оттуда они могут глушить все. А це тоже там же Кто хочет есть? Они меняются, Вова. Первый ряд уходит, сзади встает, видишь? Украинский дом теперь наш. Хоть экспонаты сохранятся, и порядок будет в доме. Да, вот так Украина защищается от своей власти. Да.
Пошли дальше. Это Майдан изнутри. Если дымом пахнет, значит партизан. Thank you.